27 сентября в Каспийске сотрудники управления ЖКХ и представители общественной палаты города провели осмотр объектов, которые реконструируются в рамках всероссийской программы федеральной комфортной городской среды. В ходе комиссии специалистами была проверена установка бордюров, тротуарной плитки, скамеек, детских площадок и многое другое. Выехали посмотреть, как идут работы по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий. И наблюдаем, что на глазах территория меняется, благоустраивается. Сегодня проверяем контроль качества тех работ, проводимых сегодня у ЖКХ, и какие замечания есть от населения. Отметим, что прошла проверка по следующим дворовым территориям. Ленина 29, 31, 17 и 25, Ильяшенко 5 и 7, Орджоникидзе 18, Кирова 66, 64, 68, а также общественные территории аллеи Стальского, Назарова и сквер по улице Октябрьская. На сегодняшний день работы на участках практически завершены, и в скором времени они будут готовы к сдаче. Основная часть работы, как мы видим, уже проделана и находится на стадии завершения. Поэтому будем надеяться, что в ближайшее время эти работы будут завершены. Народ будет доволен, жители будут довольны, оставят хорошие отзывы и хорошие впечатления. И качество работ, тоже как мы наблюдаем сегодня, действительно впечатляет. Федеральный проект формирования комфортной городской среды направлен на благоустройство общественных территорий, основная цель которого – это сделать город более комфортным для жителей, повысить индекс качества городской среды, а также вдвое сократить количество городов и сел с неблагоприятной средой.